Республика Коми может перенять лучший опыт других регионов России в развитии бокса и поделиться собственными проектами со всеми, кто заинтересован в развитии спорта. Об этом рассказал президент Сыктывкарской Федерации и член правления республиканской Эдуард Фатыхов по итогам участия в 4-м Всероссийском боксерском форуме. В подмосковном Серпухове встретились 500 делегатов от 89 региональных федераций. Вместе с титулованными боксерами, тренерами и спортивными функционерами обсудили темы формирования бизнес-модели и цифровизации процессов региональных федераций, нюансы работы с госструктурами, позиционирование в социальных сетях и средствах массовой информации. Особое внимание было уделено тоже, как в регионах развиваются социальные проекты. Наш друг и земляк Андрей Истомин сейчас возглавляет Федерацию бокса России, департамент олимпийского бокса. Вот. И он в том числе рассказывал про опыт в республике Коми, продвижение проектов, земский тренер, адаптивный бокс, проект по многодетным семьям, бокс в школу. Ну, таких площадок было много. В качестве именитых гостей форум посетили прославленные чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Александр Поветкин, Денис Лебедев и другие. На одной из пленарных сессий форума презентовали две новые дисциплины бокса – удар на силу и удар на скорость. Ранее они были официально утверждены в Министерстве спорта России. Эти дисциплины активно развиваются в стране с 2017 года. В прошлом году провели 80 таких соревнований. Силу и скорость удара проверили более 45 тысяч человек.